Наступное видео на адрес телерадиокомпании «Гомель» дослала наша глядачка. Жанчина зняла на камеру телефона зграю диких качек, якія кожны вечер прилетают у сквер имя Громыки. На протягу месяца у 18 годин птушки збираются на вечеру у центры города. Чулливые гомельчане кормят их, однако менавіта такі клопоты привел до того, что птушки засталіся зимовать у городе. За подкормку улетку у качек притупляется инстинкт пошуку ежи. Яны не жадают лететь у вырай и потом могут загинуть у морозы. Тому городские жихары зимой несут за их отказность. Подкормливать качек можно с божжевыми шматками альбо белым хлебом. Як растлумачили нам экологи, у апошние годы зимовка птушек у Гомеля не редкость. А найбольш вядомой и распаўсюджанай дикой качкой, якая населяя Сож, лічыцца крыжанка. Дарэчы, до 9 лютого протягивается штогадовы зимовы перапіс водоплавных, які проводзіць аб'яднанне ахова птушек бацькаўшчыны. Для удзелу у ім дастаткова прыйсці до бліжэйшага вадаёма, падлічыць, колькі птушек і якіх відаў там знаходзяцца. На сайте грамадской организации размещена информация, як абраць месца і час для перапісу і правильно заполніць анкету. Даслаць яе можна у электронным выглядзе на адрес info@sobakaptushki.org і удрукаваным на адрес аб'яднання ахова птушак бацькаўшчыны.